Эта выставка экспонировалась на ВДНХ в павильоне «Химия» Академии наук СССР. Побывала выставка и в Свердловске. Она посвящена созданию защитных покрытий металла. Особенно ощутимы потери металла в готовых изделиях. Сказывается коррозия, высокие температуры, сильное трение. Защитить металл. Нанести на него покрытия, близкие к алмазным. Этим занимаются сегодня многие уральские ученые. В Институте электрохимии Уральского научного центра разработан способ покрытия металла бором без использования электрического тока. Такое барирование изделий освоили и внедрили на Уралмаше. Здесь, в лаборатории инструментальных сталей, этим способом покрывают трубы для буровых установок. Раньше трубы работали 50-60 часов, сегодня 200-250. Реже останавливаются теперь установки для замены труб. Почти в 5 раз меньше металла уходит в отходы. К сожалению, на Уралмаше пока барируют лишь в лаборатории. И вот уже больше 5 лет.